Первая рабочая неделя в этом году в Кунгуре закончится морозами. Синоптики предупреждают, на Пермский край надвигается арктическое вторжение. Понижение температуры воздуха будет постепенным. Уже завтра к вечеру столбик термометра начнет опускаться ниже отметки в минус 10 градусов. Северный ветер добавит холода и в пятницу может похолодать до минус 22. Самым холодным днем станет суббота. Синоптики прогнозируют довольно крепкий мороз. Температура воздуха ночью приблизится к минус 30 градусам. В связи с этим спасатели рекомендуют не выходить на улицу без надобности, одеваться теплее и ограничить прогулки для детей. Морозы продержатся несколько дней, после чего погода вновь переменится. Более подробный прогноз традиционно в конце выпуска «Города новостей».